Здравствуйте! ПВЗ, ПВЗ. Я хочу в пазлы поиграть. Да, пазлы. Что-то мне понравилось. Ну, разнообразие. Так, ну давайте сначала одни пазлы пройдем, потом другие. Съешь все мозги, чтобы пройти уровень. Я. Хорошо. Типа, а, ну да. А, ну вот это, наверное, да? Вот так вот делаем. Конечно. Я думаю, он же, да, сломает мозги и пройдет нормально. Во. Да. Ему насрать, мне кажется, вообще. А ты вот так вот. Все верно. Я думаю, он даже пройдет, да? Вот это вообще же, да, не работает. И тут вот так вот. Все. Мозг слопан, да? Да, конечно. И денежка. Я не буду кошка-мышь покупать. Я куплю его потом, но сначала я куплю ячейки. Мне не хватает. Реально не хватает. Да. Так. Короче. Вот так вот. И вот так вот. Да легко, легкотня вообще. Да, посложнее подвози. А что такое легкое? Ну этот сдохнет, понятное дело. Ну ведро как бы пройдет и съест. Но может тут как-то можно ачивку типа сделать, там не потеряя ни одного зомби там. Может быть. О, кстати, по косарю же дают, нихуя. Я же если я все их пройду, то возможно. Вы от... Ну да, я понял. Да. Я зомби. Это такой сериал же есть. Я как-то начинал его смотреть, точно такая галимая херь. А это еще в жопу стреляет. Хуяси. Ладно. То есть он будет через жопку идти. А почему я надо туда было? А, ты типа тупишь какое-то время, и тебя можно успеть за это время. Уя, ты какой голодный, да? Видали? Как он быстро это делает. А вот это вот вообще непонятно, зачем существует. Можно мне 50 просто? Я сюда обычного зомби пошлю. Не, ну слишком много дают, как бы тут и нет никакого пазла. Это так чисто, да, вот на по прикольчику. Но это не сложно, это очень легко. Мне только надо вон туда было посылать. Чтоб он в конце сдох и все. Кстати, вот и пошлем. А ты вот сюда иди. Вон оно как, то есть даже под землей она взрывает. Ну, блять, узнал, что. Хорошо. Не знал. Надо обычного было зомби туда отправлять. Приколь. Приколь. А, ну сюда отойди тоже. Интересно, блядь, получилось. Ну ты-то понятно сюда идешь. А ты понятно с этой стороны идешь. Ну ты понятно тоже сюда. Вот так вот, ну. Да тут мне нет смысла посылать. Давай, кушай уже быстрее. Долго ты там к мозгам ты идешь? Конечно, будешь так долго к мозгам ходить. Никогда мозгов не поешь, блядь. Ладно, тебе повезло, я-то бы управляю. А если я бы не управлял? Может, это в деньги мне переводится в конце? И типа, чем ты такой лейкопластырем? Никогда не замечал, что оно приклеено. Так, ну ты все, иди. Только вы непонятно, вы от мозгов уходите, реально, блядь. Вы вообще хоть раз в жизни кушали мозгов, если вы всегда уходите от них? Мозги в доме. За домом мозгов уже нет, там зомби. Сейчас посмотрим, кстати, переводятся эти 600 в деньги или нет. Навряд ли, да, наверное? Слишком как-то круто было бы. Тогда как бы имел бы смысл, да, как-то красиво это все сделать. Ну, может, она просто легенькая, так, по прикольчику. Ну да, я
Ну, 20 тысяч я не накоплю. А, то есть дальше оно откроется, когда я буду проходить дальше, когда закончить режим приключения. Что, понятненько. Ну да. Некоторые из этих уровней очень сложные. Хорошо, удачи. Но это мы типа играли. Обачок. Во. Бля, что делают? Сразу двух. В первый раз мне так совпало, да? Хуя себе, бля. Так, ну вот так вот, да, значит. Ну тут и не страшно. Оу! Давай, да давай так вот сделаем, да? О, перепрыгнул, реально он так может делать? Ну он как бы... А, ну да, уже на соседней клетке типа стоит. По факту. Не... А, я думаю, вау, сейчас прилетит там, блин. Упнули чуть-чуть. Давайте. Налево. Они в разные места ходят или что? Хорошо. Непонятно. Бля. А, вот так вот. Он два раза еще стреляет. То есть они разные есть, понял? Бля, что творю? Прикольно. Забавно. Да там мина, как бы, мне насрать. Оу. Так. Вот тут-то можно, да, спокойно? О-о-о. Сколько орех-то будешь есть? Ну, понятно. Ну... Давайте здесь сделаем. На, вот тут... А, тут мина, да. Давайте вот здесь сделаем. Ну, понятно, и тут... А, тут орех. Держи. Держи ореха. Ну, это так, я не знаю, ну, очень легко. Зачем так легко? Я хочу это... Сложностей. А, ключи. Все-таки орех не выжил. И тут даже дают, видели, да? По чучульке вообще. Даже не по косарю. Ну тут это тоже, да, кончится, ну да, да, откроется когда. Так, ну тогда здесь будет лучше. О, кабачок, блядь. А вот здесь стой, короче. Ну похуй, здесь стой. Ну здесь стой. Так, вот здесь, а да? Хорошо. Ну тот от швабры умрет. От швабры, блядь. Почему она я называю швабры всегда? Ты типа, ты наш, да? Ты всех съел. Ты молодец. Ты знаешь об этом? О, успеет? Успеет. Да-да-да, сейчас хавает.
А, он типа призвал раньше, чем все, или что, блядь? Не понял, блядь. Ой-ой-ой, блядь. А он... Подожди. Почему не сюда поставил? Не знаю. Ну все. Мозги, ну. Мозги. Ням-ням-ням, блядь. Ну так вообще легко. Ну, мне не нравится. Ну как бы. Ну я надеюсь, потом, да, будет нелегко. И подальше. Как-то слишком, да? Легко. Тут еще какое-то выживание режим. Пойдемте дальше. Подождите, швабру купить. Швабра, да? Это не швабра. А купим швабру. Вот кошка-мышь. Я куплю сначала 9-е место, а потом только кошка-мышь. Кошка-мышь. Не ори давай. А это крыша, да. И тут она... Да, да, мы помним, да. Капустами перекидывать надо будет. И тут какой-то еще... А ты кто вообще? Что ты можешь? Зомби на тарзанке. Просто интересно, что он может. Ну, понятно, да? Вот это... Ну, воды тут нет, да? Ага. Ну, понятно, эта штука, да, перекидывать, чтобы... Понятно, вот эта штука. Ну, нет. Тогда вот... Нет, ну, зачем как бы это... Перчик взять? Или вишенку? Кабачок. Звездочки. Вот эту штуку взять. Тогда это нахер не нужна. Точнячик. Точнялечик. Тут никто не поползет. Нет, только вот этот странный чел. Давайте хоть раз потестим ее, да? Посмотрим, что это вообще такое. Да, блядь, бред это. А тут места мало, кстати, да. Так что это, скорее всего, не бред. Давайте и это возьмем, и это возьмем. И мину возьмем. А чё, блядь, все возьмем нахуй. Поехали. Ага, вот так вот еще, да? Очень мало мест, поэтому да, эта штука оправдана тут. Все понято. Ты там дашь мне? Я тебе дам. Ну дай тогда. Соточка. Типа по прямой не стреляет. Мозги. Да, 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 мы помним это. Вот так вот, да? Типа будем делать. Пока просто покопим. Защититься-то мы сможем. И, сука, и тут именно, блядь. Ну давайте сейчас соточка будет. То есть не стреляешь. А, вот ты вот так вот начинаешь стрелять. Все окей. Кабачок сюда. Тут-то есть мина. Это вот тоже будет. А тут будет вот так вот. Мозги. Ну это легенькая будет каточка. Типа на показать, какая крыша, да, вот какая она может быть. А интересно, ну не будет, наверное, перекидывать, да, не будет этот ведро работать, блядь. Ведро. Мозги. Пенек. Горящий пенек. Горящий пукан. Так, ну сюда, да? Вот так вот. И вот так вот обратно. Возвернем. Вот посмотрим, да? Опа! Прикольно. Веселый. Два веселых друга, блядь. Так, ну пока вот это поставим, конечно. Мозги. Ей, да. Бах-бабах, ну. Так, не то. Тут-то убьет, а тут мы сделаем вот так вот. 125 стоит эта херня. Красиво. Я еще хочу это... А сразу две дает, я думаю, одной будет штукой давать, а не... Че это? А! А!
Вот так вот, да? То есть я угадал, блядь. Получается, да? Получается. Хера себе, блядь. Ну или может он мины любит, конечно. Так. Вот это, да, сразу же? Опа. Такие веселенькие. Эй, говорит, солнышко, надо? Держи, у меня много. Ты сука. А сюда еще, все еще тут ничего нету. Ну давайте будет еще раз тут мина. Хорошо. Кабачок сюда, да? Воткнем. Типа, а если я успею как бы поставить, например, вот там, да, показал, куда приземлиться, я туда поставлю это, да, тыкву. Ну, не сказать, что ты напугал как бы меня. А тут вообще ничего нету, да? Чё ты висишь? А, вот ты чем занимаешься, понятно. Окей. А, вишенка же ептать есть. Не могу, могу только сажать. А они эти кушают. Вот как это работает. Ничего себе, блядь. Вот это поворот, блядь. А что, нет денег? Вот, теперь есть. Да заебешь ты мою тыкву кушать, блядь. Даже я свою тыкву не кушаю. А теперь я горшки еще смогу делать. Все. Окей. Позволяет вам сажать растения на крыше. Спасибо. Чё? Эй, сосед, у меня есть новые вещи на продажу. И тебе даже так они надо было давать. И что? А, вот это что такое? Это чистильщик крыши. А. Не, сначала куплю. Мне не нужно, я... А. Теперь... Скажи это на сажай это на свои колючки, чтобы превратить их в каменные колючки. Они наносят двойной урон и очень прочные. 7,5. Это что такое? Сажай это на свой магнитогриб, чтобы превратить их в золотые магниты. Они собирают для тебя монеты и алмазы. Хера себе. Все, понял. Но я сначала накоплю эти. О, вот этот перепрыгивает. Мерзотыч, да? Так. Магазин. Нет. Альманах, растение. Вот ты. Я горшок для растений. А также я растение. Твой мозг еще не взорвался? Туда. Если так подумать. Но с другой стороны, у нас же был этот камыш, да? Он камыш назывался? Не, камыш это то, что торчит. А это, ну, листочек, на котором все можно. Он же тоже, да, растение для растений. Получается. И ты растение для растений, в принципе, все нормально. Нет, не сломал ты мой мозг. Вот ты кто такой, блядь? Прочно, спускается с неба и крадет растения. Зомби на тарзанке любит риск. К тому же, какой смысл быть мертвым, не пожив хоть чуть-чуть? Ну, возможно, ты прав, конечно. Зомби на тарзанке, блядь. Так, ну ты, понятное дело, идешь с нами. Понятное дело, ты идешь с нами. Даже не так. Вот ты и вот, блять, вот так вот сделаем, да? Угу. Потом кабачок. Ну, давайте сначала возьмем то, что нам реально нужно. Это ты нам нужна, это ты нам нужна. Блять, этих как? О, да? Его и не перепрыгнуть, и все нормас вообще. Тогда зачем мне тыква? Не нужна. В случае. Абсолютно. Вот. Блять. Вот это надо, да. Вот это лучше зайдет. 100%. 200, бля, его процентов. Ну это. А. Ночь, это же гриб, точно. Вот тут еще-то можно взять интересного такого. Чтоб вообще классно было. А колючки? Они рекомендуются для этого уровня. То есть, это что, мне рекомендации какие-то выдают? Я сам решаю, что мне делать.
А если я на первый ряд буду вот эти штуки ставить? Вот так вот сделаем. То. Ну что? То я, они будут стрелять? Надо проверять. Это интересно. Это очень интересно. Ну давайте возьмем вот эту штуку, конечно. Ну поехали. Вот сюда можно делать? Можно, окей. Сука, заново начинать не буду. Ну типа знаю теперь, что можно. Это полезная информация. Ну тогда эта штука не нужна, в принципе, если можно горшки сажать. А ты умрешь. Тогда вот сюда делаем. Ну раз взяли уже, да? О, давай ты не будешь, да, кушать мое ведро растений. То есть, а вот он, да, блядь, найти его не мог. Угу. Ага, да. Да, надо посадить. Давай. Мозги. Да, да. Мама, сги, 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 сги. Дорого, да, двойная эта херня стоит. Проще, блядь, ведерно делать. Ну да. Мозги. Откатится, да? Ну тогда. Да можно, да? Спасибо, блядь. Ты-ты-рыт, ты-ты-ты-тыт. Ты-ты-ты-ры-ты-тыт. Так. Да-да, сделаем сразу же. И сюда вот эту потом сейчас посадим, да? Нам, ну, не, сначала подсолнух мы посадим, конечно же. Так, тебя убьют, тебя тоже убьют. Две, кстати, да, будет? 175 стоит, нихуя так дорого, блядь. Давай посадим, да, вот так вот. О, отгадал, ёпт. Бурум-бум. Так, вот это вся сена посадить. Сейчас эти, да, еще будут гонять, бля. На тарзанке. А мне будет типа растения, да, ломать? Если, а если... Только, если только там мина, да? А я не, я же хотел двойной, да, сделать. Тут пока мало денег мне дают. Мозги. Ну с другой стороны, ну да, не убьет, как бы, конечно. Но мы сейчас это откатится у нас. Тогда нужно вот это делать. Мозги, да. Мозги. Ук. Так, ну сюда уже поздно. Денег-то нет сейчас. Бля, он сейчас съест. Ничего себе, блядь. А, ну нормас. Типа, на горшок я могу, блядь, нихуя себе. Можно заранее их делать, я понял. Прикольно, кстати, что можно заранее делать. Это очень удобно. Это пиздец как облегчает. Большая волна зомби. Воу, бежит, блядь. Так, ну... Вишенку-то я не брал, да? Да и не нужна, в принципе. Да, и тут похер вообще. Вот тут, да, сейчас? Мозги. Ага. А где посмотреть, как там, блядь, сколько осталось? Так, ну тебя должны убить. Ты же замедлен, типа.
Не. Тут надо что-то другое делать. А. Вот так вот. Вот так вот, да? Ой, ведро идет, а у меня нихуя нету. Ты ведро зачем идешь в таком случае? Ну, у меня... Ну да, накопить-то я могу. В принципе. Ага. Не будем уж париться так. Устираться. Дайте это. Ой, ты сделал. А что ты хотел сделать, да? Ты. Ну да, нормально все. Ой, денежка. Спасибочки. Так, вот сюда делаем. Ой, вот что-то сюда нужно было делать. Ну ладно, тогда вот так вот. А где этот-то? Что он не вылезает нахуй? Ой, ведро опять, блядь. Тогда мне нужно... Не хватит. А, 50 есть, нормально. Как раз. А если я, допустим, да, вот... Ну, если он тут спиздит... Прикиньте, да, вот эту спиздит мне, блядь. Это будет вообще жестко обидно, если честно, блядь. О, бежит, блядь. Замедлять-то умеешь, да? А, ты другого стреляла. Кабачок, да? Спиздил растение все-таки, да, из ведра? А не, вы убьете, да? Не, не будем рисковать, нахуй. Пизду. Реально, у меня растение спиздило из ведра. Вот ты мудозвон-то, конечно. Он сейчас опять его спиздит, да? Вот ты мразь. Так вот сделаем, да? Ну как бы, как от него избавиться? Вот это мне интересно. Магнит мне навряд ли. А магнит я не могу же делать, да? Точно. Магнит-то не работает. А как от него избавляться? Ну типа, я ж не могу, да, ничего себе. Кто хуиз, блядь? Кукуруз. Том Кукуруз, ну с нами, блядь. Зерна пульта? Ну, не, ну да, пульт. Это, наверное, буковка П, да? Зерна пульта. А, ну, типа, катапу, все, швырять кукурузные зерна и масло в зону. Сука, зерна пульта, блядь. Ну, кошка-мышка лучше, да. Кошка-мышь, ну. Ну, зерна пульта тоже пойдет, да. Зер и масло в зону. А масло-то... А масло-то зачем? Ага, вот от тебя, наверное, да? Зомби с лестницей, блядь. Типа ты подскользнешься и все пиздос, но... Ну-ка. Легкий, зерно, средний, масло. А, чё, блядь? Рандомно или как? Радиус дальний. Особенность масла временно останавливает зомби. Зернопульта самая старшая из семейств катапульт. Она единственная из всех помнит дни рождения остальных катапульт и изредка ускоряет в их, а укоряет их в этом. Ну, хорошо. Я помню все. Ну, значит, я не зерна пульта. Я не помню вообще ничего. Не нужны, короче, вот эти вот. Лучше горшками, да, поставить. Я не использую столько. Вот это вот просто бесполезно, честно. Вот это я возьму. Ну, это тоже надо брать. Ясен перец.
Она только на передние ряды, ряды летает, это мерзота. Непонятно. Пока все непонятно. Это была полезная вещь. Пару раз пригодилась. Взять ее, что ли? Это было бесполезно, кстати. Ну да, не будем ее брать. Нахер. Взять там. Бля, а что брать? Уж особо-то и нечего брать. А можно на орех посадить тыкву, интересно? Почему бы и нет, да? Я хочу сажать на орех тыкву. Ну, я хер знаю, что тут еще можно взять. Полезного. Давайте. Вот это можно, кстати, взять, да? И прикиньте, да, передний ряд они будут стоять, на них будут орехи. О, охуительно. Охуительно. Ага. Но все же уже при это... Та покупка как-то лучше будет, да? Вы не находите? Ну прям реально, блядь. С другой стороны, похер вообще. А, у нее есть грабля, да? Грабля есть. Ага. Ну мы типа будем два ряда засаживать, да? Значит, тут будем катапульт, а тут придется покупать. Ну хер знает, да. На самом-то деле, блядь, я сейчас думаю. Возможно-то да. О, нифига, я отгадал. Ну, да. Ванга. Ванга в чатике, но... О, ты что там делаешь? Тебя туда не звали? Не ходи там. Так. Посадим, да, сразу? Затестим, блядь, эту. Вот так вот, да? Непонятно, блядь. Станчик это. Все, понял. Ой, ты нихуя дошел, блядь. Вот ты молодец-то, да? Ну этих... А, вот тут они нихуя. Мозги, да. Да, поставим еще пока. Это, да? Ой. А тут будет кабачок. Угу. Бля, ты там... Вот так вот сделаем, да? Так, вот так вот. И вот так вот. Ну сейчас у меня будет столько денег, блядь. Я вообще просто все куплю. Жалко, КД столько, да? Не дают. Оп. Маслом по черепу просто. Вот так вот сразу, да? И вот так вот. А, ждет, да? А что, маслом убило, типа, наверное, да? Будет первая супер волна. Ну вот. Трудно сказать. А, тут один стреляет. Ой, нихуя себе, блядь. О, нихуя себе, блядь. Ты молодец. Тебя скушают, да, сейчас?
Умник, блядь, да? Ты там стопать-то будешь? Станчики ты умеешь раздавать? А насколько это все рандомно, скажи? Очень рандомно, я понял, блядь. Ну, бля, зря, кстати, конечно. Ну, ладно. Ой, бля. Не хочу цветочек терять. Цветочек мне родненький. А вот эту сейчас жалко. Ладно. Горшочек зато потерял, бля. А ты так и не был использован, кабачок. Ничего себе, бля. Ну да, ну да. Ну тут, да, все нормально. Все отлично. Кабачок тебе там несут. Зомби несут, ну. Несутся к тебе, кабачок, зомби. А у меня тут нет ничего. Ставить? Да поставим че. Что не поставить-то? Скушаешь, скушает. Вот тут-то вот, да? Бля, надо тут-то было закрывать-то. Сейчас там пойдет какой-нибудь, да, хер? Вот этот вот. Ну ты вообще, конечно, блядь, придумал. Молодец. Вот так вот, да? Умник, да? Бля, а ну мы тут, а ну тут не дойдут. Вот так вот, да? И вот так вот, да? И вот так вот, да? А ты что там кушаешь-то? Тыкву любишь, что ли? Последняя суперволна. Мне почему-то это как бы тут нравится больше играть это с растениями, чем с грибы. А грибы это не растения. Короче, ночное время мне меньше. Ну да, в ночное время меньше этих. Эй, бля. Нихера себе. Пойдет, блядь. Так, это, вот и мне, да, нужно. Ну и все, да. Даже не понадобился никакой взрыв, что ли? Ничего себе, блядь. Ну, сука. А почему, когда у него масло на голове, он это, останавливается? Типа в шоке, да? Или в масле есть мозг, и он в этот момент думает, нахуй я тут, что я тут делаю? А потом мозг снова пропадает у него. Что это? Это бата. Кофейное зерно. Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить его. Я могу садить гриб и потом разбудить его зерном? Правильно я понимаю? А, да, могу теперь брать, все понял. Угу. Ну, типа, с зерном он проснется. А типа, если я с гриб судьбы посажу, он будет все это время это сидеть, да? Сидеть, блядь. А в любой момент я могу его разбудить? Не вижу в этом смысла никакого, конечно. Единичного, наверное, особенно можно сажать на других растениях, будет грибы. Эй, парни, эй, говорит кофейное зерно. Эй, в чем дело? Кто это? Эй, вы, это видели? Что это? Ух ты! Львы! Да, кофейное зерно немного возбуждено. А, ну ты типа это... Кто это? Эй, вы, эй, что это? Ух ты! Это львы! Ни хрена себе! Да. Вот так вот надо было зачитать. Оказывается, ну примерно так. Ой, а что... Очки на ушки давят. Это кто-то... Они сами представили?
Лесенку. Ну да, они же умеют, у них он есть. Зомби с лестницы. Он купил лестницу за 8,99. Пойдет. Так, магазинчик еще. Да-да-да. Сколько у меня? 12 тысяч. Подождите. У меня было 13. Я за все время не получил 200? У меня реально 13 было, я точно помню. Я ничего не покупал. И что? Кроме 400 потратил только. То есть мне стало... Мне даже 200 не дают. Нихера себе, блядь. Вот это приехали. За одну катку даже 200. А там же за каждое это... Их надо купить, чтобы давала, да, за неиспользованные, что ли? Ну, давайте купим, похуй. Интересно, посмотрим сейчас. Так, ну тут вот этот жесткий, да, типа? Ну, у нас есть, чем ему ответить, да? У тебя сильная атака, да? Скорость высокая, слабость, прочность очень высокая. Слабость, магнитогрипп. А, магнитогрипп, слабость. Типа... Все, понял. А тут у всех магнитогрипп слабость. Надо магнитогрипп с собой, значит, брать. Окей. Ты. Нет. Ты. Я просто не вижу смысла в капусте. Капуста сильнее дамажит, но это есть, когда их много. Это похер, но они стоят дорого. Хотя вот давайте вот так вот сначала возьмем. Кофейное зерно. Это можно вообще вот эти грибы будет использовать с помощью... Он будет стоить сотку. Какой смысл? 70... Даже... Да. Не имеет смысла. Но вот этот гриб, он интересен, конечно. Ну, только один гриб интересный. Если что. А, гипногриб тоже интересный, кстати. Дорого будет стоить, конечно. Но тут больше солнышков, да. Где? Вот ты. Вот ты по-любому. Брать, не брать. Бля, мне это тоже нужно. Тогда. А нахер? Ну да, берем, конечно, поехали. О, супер тактика, блядь. Тактика галактика. Во, за них теперь мне будут, да, давать? Надеюсь, по крайней мере. Раз, два, три, четыре, пять. Допустим, я экономлю сколько? Она стоит 100. Не, ну невыгодно все равно использовать пока. Даже эти горшки выгоднее покупать. Надо, чтобы вообще места не было. А я не взял все-таки, да? Хорошо. Интересно, блядь. Мозги. Угу. Так, а посередине интересно его сажать? Дай быстрее. Он... Я бы не сказал, что у него дамаг есть, да? Ну, есть, да. Ну, капуста сильнее дамажит, однозначно. Их много, когда много, это жестко. Они начинают станить там постоянно. Есть смысл? Ну, может. Вот так вот сделать. Во, и сразу, да, тут уже будет защитка какая-никакая. Ну, да, не на сразу защиту на нее ставить, иначе будет жопа. Ну, блядь, иногда, да, вот так вот фартит. Спорить не буду. Интересно, насколько... Вот сюда, да, посадить, например, магнит? Как он... Будет ли он действовать? Спи, блядь. Ну спи.
Не, надо, чтобы его убило, а потом я посажу. Ты убьешься, тебя убьют вообще? Ой, тут вообще нихуя. Ой, блядь. Вот это надо, да, сейчас тоже как-то защитить. Понятное дело, как. Вот так вот. Вот так вот дам. Разбудим его. Пойдет, но, говорит, кофеек. Не, вот сюда. Ты. Ой, ё, бля. Ща, бля, пизда, да, цветочку? Дай 25, ну, пожалуйста. О, и сразу, да, жрать нахуй. Только же проснулся. Ну, этот сожрет его, насрать. Так, надо сажать эти-то, блядь. Денег-то больше надо. Просто мне интересно, он на всех будет действовать или нет? Или нужно больше таких грибов? Супер волна приближается. Окей. Так, ты надеюсь, кого нужно съешь? Не того съел, кого нужно. О, успел. А ты чё, да, не заберешь у него лестницу, реально? А, заберет. Ой. Ну пока он не работает, да? Бля. А, забрало все. Бля, ну это, конечно, хуйня полная. У меня есть кабачок. Ну вот так вот, да. Должно это все работать было изначально. Вот так вот, да, сажаем. А, тут три будет волны, нихуя себе, блядь. Тогда нужно больше денег-то делать. Нужно больше золота. Надо тут было делать. Вот этой тыквы, да, мало осталось. А, вот тут вообще тыквы нет, смотрите, блядь. Кстати. Мозги, но. Да. Ага. Стоят, блядь. А обмазались маслом, ну. Ну все-таки да, профитнее этот брать карту, да, типа она... Ну дорого, но потом, да, нормально становится уже. Можно как бы удваивать. И тогда меньше горшков, тогда меньше места как бы. Возможно, да, стоит ее брать. Так вот, да, да. Ну да, да. Так. Мозги, ну. И масло сразу по башке, ну. Так, просто как бы... Сейчас из-за магнитов. Мозги. Ну, кстати, быстро, да, это скидывает его довольно-таки. Одного гриба вообще достаточно, если честно. О, бежит, блядь.
Ну-ка. Что ты у него шлем заберешь? Точняк. Он все равно быстрый, да, типа остается. И съедобный, да. Ты такой быстрый, такой съедобный. Я мне денег. И сейчас бы, да, тот гриб, короче. Ну все. А, это вторая только волна, нихуя себе. В целом я не вижу, тут у меня проблема. А что мне дальше делать? Просто смотреть? Ну, получается. Что тут еще будешь? Ну, целая эта волна. Мне сажать уже некуда, блядь. Ну, я как бы есть куда сажать, конечно. Споров нет. Туда что посадить? Аж не знаю. Ну давайте, да. Денег пиздец, блядь. Хочу что-нибудь дорогое, да, такое жесткое в конце, чтобы было. Ой, ну ладно, тоже пойдет. Ой, блядь. А, спас! Кукуруза спасла. Видели, видели, видели? Ну и чё толку, что ты перелез? Ну ты перепрыгнешь, да, хорошо. И чё? Мозги. Да-да-да. Мозги. Типа вы все... А, он лесенку ставит и все... Все, понял, пользуются лесенкой. Хуя себе. Вон она как это работает. Вот так вот, да, сделаем. Ой, ты чё, нихуя себе, блядь. Как так получилось? Ебануться. А, типа все занято было, да? Ой, тут же ломается тыковка-то, блядь. Супер волна. Вот так вот, да? По первому ряду сразу, оп, и скушали. Ой, нихуя себе. А мне ничего не даст взорвать вообще. Вот так вот, да. А-а-а. Там у меня все сожрали, да, я понял. Напереду. Здрасте, бля. Леечка. И чё она даёт? Теперь вы можете играть в саду дзен. Что? Что? Эй, смотри, ты нашёл лейку. По какому-то случаю я дарю тебе... А по такому случаю я дарю тебе твой личный сад дзен. А, сад дзен. Эй, я должен посадить в нем несколько ростков. Вырасти их из их здоровыми, и они тебе воз... и они тебя вознаградят. Развлекайся. А, это деньги чисто, да, добывать? И чё, блядь? Вот такие водохлебы, жуть. Хорош пить уже.
Внимание, растению нужен корм, чтобы расти. Посетите магазин и купите корм для растений. Ну, хорошо, да, и чё? Ну, давай. Я что за скоро? Это кореша... А, это типа... А, это третья страница. Хуясись! Это что такое? А для чего они нужны-то? Я не понял, терять. Пересаживать растения. Ну, понятно, короче. Кучу всего, блядь. Опять 750 сейчас потрачу, да? Никогда не куплю еще одну ячейку уже, блядь, точно. Ну, может, мне этот сад Zen позволит, да, типа? Там написано X5, а тут у меня X10. А-а-а. Эти... Это все приходите позже, когда ваше растение... Когда позже? Сад Zen прекрасен, да? Ну, не сказал бы, пока непонятно. В любое время... Ты можешь попасть в него из главного меню. Ну, спасибо. Ладно, хватит об этом. Пора защитить твой дом. Предупреждаю тебя. Ты возненавидишь следующий уровень. Почему? Потому что там бесконечные зомби на тарзанках. Я ненавижу этих... Кого? Марзан... Да, тарзанчиков, блядь. Это... Я ненавижу их. Очень сильно. Очень, очень. О, бля, я... А вот и эти идиоты. Ну хорошо. А, это вот такая. Ну. Ну давайте, проходите ее. Хорошо. На... А, он приземлил его. Бля, дайте что-нибудь разумительное уже. Ну хорошо, сюда поставлю. Хуя себе, блядь. Мы подождем, да, когда это подойдет. А, спасибо за деньги, конечно, блядь. Угу. Мозги. Мозги, ну. А что с башкой случилось, не понял. Там грабли были или что? Честно сказать, не рубанул. Не, подождем этих, да? И бахнем. Бля, неожиданно. Очень даже было неожиданно. Ага, ну. Я бы бахнул вишенкой, наверное. Хотя хер знает. Не, вишенку оставим. Можно вот так вот сделать. Мозги. Не видно низги. Вот так вот, да? Ты типа ешь? Хуя ты какой. О, они через клетку кушают. Ничего себе. Не знал. Ебануть. Жалко вот просто. Ага. Тут, ну, скушает. Пока дойдет. Ты там, блядь, долго будешь жевать уже? Да хорошо, хорошо. Ебать нахуй. Ну, на дальние насрать.
Ой, ебануться. Ну кушай. Вот так вот хоть, блядь. Вот так. Еха, ну. Да, ну, блядь. А. А, подожди, у тебя ведро такое, что на голове было, разве нет? Ой-ой, а и приехать не успели. Бедняги, прям жалко вас. Нихуя себе. Это я вовремя, да, поставил? Я люблю тебя. Вот так вот, да? Ебать. Пойдет, но... Кушай. Бля, тебе пизда. Сочувствую. О, нет, вот тебе вот так вот, да? Да хорош, блядь! Нихуя себе, блядь. Ой, сейчас супер волна, да, будет. А ты не видишь, как ты сзади докушать не можешь, понятно, блядь. Давайте там уже. Во. Так. Надо вишенки по-любому сейчас там, да? Вот эти вот встанут, блядь. Сейчас вот эти полетят, да, и надо их вишенками, короче, разпиздярить будет. Ну ладно, на тот насрать в целом-то. Блядь. Это все? И это все? А, ты кушаешь одной рукой. Ну правильно, да, другой ты же держишь этот флажок. Все логично. Не. В принципе. Ха-ха-ха. Давай там, просыпайся уже. Наесться не может, блядь. О, это что, чесночок? Ну здравствуй, чесночок. Гоняет зомби на другую линию. Чеснок. Короче. Кто тут? А! О, а ты кто? Зомби на катапульте. На катапульте? Это катапульта! Типа он еще и кидаться будет мячиками, да? У него катапульта из баскетбол... Ух ты, нихуя какой сообразительный зомби. Ты сам это сделал? Интересно. Ать, чесночок. При контакте особенность прогоняет зомби на другую линию. Менять линии на просто... Менять линии не просто профессия для чеснока. Это его страсть. У него есть диплом по перенаправлению из Брюссельского университета. Он лучший в линейных векторах и отталкивающих массивах. На геометрию только что, походу, я попал. Даже дома он меняет пути вещей, как только это терпеть, как только это терпит его жена. Не знаю, как-то это делает, по всей видимости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!